Ну как может империя, как могла империя относиться к христианам? Христиане, много ли среди вас мудрых, много ли разумных, много ли ученых? Ну с презрением относилась. Движение бедноты. Преследовать совершенно не собиралась. И отношение Рима к религии было очень терпимым. Ведь это же империя, туда входили и армяне, Армения входила, и Сирия входила. У меня вот фильм такой есть «Падение Рима». Там стоит Марк Аврелий и принимает парад подвластных государств. И как он принимает? Он приветствует каждую колесницу и говорит: «Ты друг Цезаря». Тот, и тот тоже показывает преданность свою. «Ты друг Цезаря». Рассматривались они не как подданные, как друзья. И их боги приняты, и в пантеон поставлены, и с уважением относились. Мы все это говорили с вами. Вот. Поэтому гонениями тут ничего не пахнет. К евреям, ну, приняли уже евреев, ну поняли, ну, евреи такие, ну, такой народ они. Вначале они хотели почтить евреев, туда заходили войска, чтобы поклониться. Евреи в ужасе выгнали их оттуда. Они бесчестие храму наносят, входят. Ну, согласились, ну ладно, ну такие евреи вот они. В общем, понимаете ли, а христианство одна из сект, там у евреев чего-то еще завелось, там появилось еще христиане. Все терпимо, вы понимаете ли? Собственно, нету причины для гонений. И какое-то время оставляли в покое. Гонения вызваны были чем? Первое, иудеи жаловались на христиан. Это описано в Евангелии. Вы помните, когда римский сотник спасал Павла из рук разъяренной толпы, которые бросали в воздух землю или пыль там, прах взметали, и тот защищал его. Потом, вы знаете, в христианство стало обращаться много язычников. Один из губернаторов даже писал Цезарю: «А что мне с ними делать-то? Вот они не ходят, нашим богам не поклоняются». И тот хитро ответил: «Ну, говорит, если ты поймаешь какого-то христианина, ты заставь его жертву приносить. Если не будет приносить жертву, там казни его. А если ты не поймал его, ну, ты не казни его, ничего, пусть ходит». Тертуллиан, остро на язык, в одной апологии писал: «Я когда-то не понимаю. Если христиане виноваты, так надо разыскивать и казнить. А если не виноваты, так вообще трогать не надо тогда. Потому что что это такое? Попался, так наказываем. А если не попался, значит, не наказываем». Ну, он юрист был. Вот. Ну, и еще причина, вы знаете ли, новые религии вообще никому не нравятся. Возникает ужасное подозрение. Это я имею в виду, пока гонение среди, ну, недоброжелательство среди населения. Вы понимаете ли, ведь не было же воскресного дня-то. Христиане собирались и только могли ночью собираться. Места не было церкви, где собираться. Они собирались в единственном, что земля, которая им принадлежала, их могилы, катакомбы. Почему в катакомбах? Ну, вы знаете, на наших кладбищах некоторые хоронят там отца или мать, и большое место огораживают, что там... И это место их. Там будет захоронение, может быть, он сам будет там лежать. Там можно поставить столик, скамеечку, там можно сидеть, там можно есть. И вообще убирать, это твое место. Вот катакомбы хоронили в пещерах, и это место принадлежало христианам. Это было их место. Там можно было собираться, не нарушая никакой закон. Вы поняли? Это не из-за особой любви к катакомбам, а потому что там... Это были кладбища. Вот. Но то, что они собирались ночью, вызывало подозрение. Потом они пьют там, понимаете ли, кровь. Потом у них там какое-то лобзание святых. Значит, распутники. Значит, жертвы человеческие. Ушу-шу-шу-шу-му-шу-шу. Значит, такие вот... Подозрения страшные. Ну, это так. А затем самый главный центр.
Кесарь, видя, как слабеет религиозное чувство, как слабеет идеология в Римской империи, он сам себя сделал Богом и поклонение себе. И вот здесь-то вот эта загвоздка вся и начинается. Когда христиане, как пишет один, это, по-моему, Юстин писал, мы не поклоняемся Цезарю, но мы молимся за него. Молимся за него, но мы не можем поклоняться ему. В Деяниях вот описывается, в 17 главе, возмущение иудеев против христиан в Фессалониках. Все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем, Иисуса, и встревожили народ и городских начальников, слушавших это. То есть, ну, они как бы навели гнев римлян на тех, кто не подчиняется Кесарю. Не римляне в этом уличили христиан, а иудеи доносят. Ну вот, это было в 95-м году введено поклонение императору. Это было во время написания Откровения. В 86-м был построен амфитеатр Колизей, и первым мучеником стал Игнатий, епископ Антиохии. Сегодня услышим об этом. И гонения были сначала местными, в 3-м веке стали всемирными, чтобы уничтожить христиан вовсе. И государство стало 3-м врагом христиан. Первые два врага были враги внутренние. Это вот иудеи и язычники, это идейные такие враги. А это вот 3-й враг внешний. Вопрос был такой. Кому поклоняться? Чьи интересы выше? Государства или личности? Это вопрос, по-моему, современный. Как вы думаете? Современный. 2 недели Бога ломали. У нас все с этим было. Кому-то подчиняться. Понимаете как? Кто выше, государство или личность? Ну, подумайте сами. Если государство живет 1000 лет, а человек там 50 или 70, чьи интересы выше? Государство. А если государство живет всего-навсего 1000 лет, а человек вечен? Понимаете ли? Что с христианством пришла великая ценность личности. Величайшая ценность. Бесконечная ценность. Греки видели ценность того, кто мыслит. Вот это вопрос у вас. Вот греки, прежде всего, интеллект ценили. А христиане видели ценность детей Божьих. Ты дитя Божье. Поэтому ценен. На христиан смотрели, как на людей, которые хотели образовать государство в государстве. Но, в общем-то, мы и так и есть государство в государстве. Наши территории. От вас к нам едут, от нас к вам едут. Принимаем друг друга. Вот, приветы передаем. Так еще во времена Христа было. Помните, какое было обвинение против Христа? Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют местом нашим и народом. Я никогда не могла понять этого места. Если оставим Христа так, то придут римляне, и овладеют местом и народом. Так римляне уже тут находятся. Под властью римлян все находятся. Что за странная угроза? Вы понимаете ли, очень часто люди говорят одно, на самом деле другое. Предали его из зависти. Вот оно. Такие сложные конструкции, а из зависти. Не мог соперничать Цезарь со Христом. Понимаете как? Вот. Когда Кесарь оказался на втором месте, христиане стали рассматриваться как враги государства и враги народа. Это все не Сталин изобрел про врагов народа. Кто против Кесаря, тот враг народа, враг Рима. Ну, и потом еще. У христиан не было алтарей с
церквей, идолов, священников, обрядов. Видимого ничего не было. Их обвиняли в атеизме. У них не было религиозной атрибутики никакой. Ну вот, ну, про плотик, про кровь говорили, это я уже объяснила, тоже была причина. И еще христиане говорили о равенстве людей. Они выступали против аристократических структур, против рабства. Они не принимали участия в зрелищах. Их семейная жизнь отличалась от чистотой. Из-за этого их считали опасными для общества. С того времени дошло словечко до нас. Два римлянина встречаются и говорят, эти христиане невежественные, ну и ругают христиан. Один добавляет, другой, значит, и тоже находит. Потом один замолкает и говорит, а какие женщины у них недоступные, чистые, величественные. Но, кстати, узнала я, имелась в виду мама Иоанна Златоуста, которая овдовела где-то там чуть не в 20 лет, больше замуж не выходила, посвятила себя сыну. И вот, собственно, ее конкретно имел в виду говорящий. Ну вот. И потом это тоже факт, он у нас обыгран и в «Кама-Гритеше», в фильме, но это факт, когда терзали на аренах цирка христиан, то римлянин какой-то выскочил на арену, поднял руку и сказал, о, Рим, и я христианин. Понимаете, это факт. Но ведь это также и факт, как первого Иакова, которого казнили, его стражник вел, арестовал и вел его, значит, к начальству, в тюрьму вел. И по дороге уверовал от речей Якова. И казнили их вместе. Понимаете ли, то есть вот такие вот... Ничего, когда человек уверует, ему ничего не жалко уже. Это Бог, это вечная жизнь, это прощение, это мир и покой. Тут. Ну и потом еще, знаете, была еще одна причина. Общество переживало кризис. Мы с вами говорили, кризис мировоззрения. Надо было найти виноватых. Знаете, когда кризис в обществе – это опасное время. На любого покажут, скажут, вот, вот он. О-о-о-о! И в нашей стране попробуйте только. Только назовите, куда бросаться и кого бить. И там... Вот Нерон, при Нероне начались эти преследования массовые. Но вы знаете, что пожар был в Риме. Есть мнение, что, чтобы пощекотать свои нервы, Нерон сам этот пожар организовал. Зрелище какое хорошее. Потом он хотел эти трущобы все сжечь, там дворцы построить. Ну, в общем, понимаете, что-то такое. А потом, испугавшись людского гнева, он садил на христиан. Это первое гонение, где у нас погибли как раз наши апостолы Петр и Павел. Значит, правители, при которых были особенно сильные гонения, это Нерон, значит, Петр и Павел там погибли. Потом Домициан в 95 году, апостол Иоанн был сослан на остров Патмос. Траян в 107 году на арене цирка погиб Игнатий Богоносец, антиохийский пресвитер. При этом же императоре был умерщвлен Климент Римский, автор послания Коринфянам. Это в 103 году. Вот, в 154 году при Марке Аврелии, я упоминала уже этого императора, он был стоик, он был философ. Это не помешало ему умертвить Юстиниана, который тоже был философом. И писал ему, адресовал апологию свою в защиту христиан. Но при нем он был сожжен Поликарп при нем, вождь Азии, как говорили, при Марке Аврелии. И ученик Поликарпа, Юстин, философ, апологет, он тоже был казнен при нем. Его били палками, а потом ему отрубили голову.
И он, последние слова его были прославление Бога, во славу Божию. Вот. Септимий Север претерпели мучения и смерть на арене цирка женщины, героически Перипетуя и Фелисата. И это все очень известные личности. Перипетуя была счастливая жена, счастливая мать, которая недавно родила сыночка. И отец ее умолял отречься, чтобы она ради сына своего маленького. А Фелисата родила в темнице, кормила молоком. И когда на арене цирка ее звери рвали, молоко лилось из груди. Понимаете ли, Перипетуя нашла последние силы, встала и поправила волосы, чтобы она умерла достойно, не растрепанная. Такие вот жесты трогательные. Мучили их страшно, чтобы они отреклись, и мучения еще были внутренние, потому что отец умолял, чтобы она вернулась домой. Вот эти при Септимии Севере. В 249-м император Деций был казнен епископ Александрии Дионисии. И вот он издал такой указ: принесите жертву и получите сертификат. Вот и некоторые крестьяне для получения этого сертификата, который освобождал их от казни. А? Что? А, императора Деций. Вот. Потом еще в 253 году при императоре Валериане был казнен епископ Киприан Карфагенский. У вас это все должно быть у Гонсалеса. Киприан Карфагенский – это первый как экклезиолог. Это он прославлял церковь, он возвеличивал церковь. Ему принадлежат слова, которые православные сейчас повторяют. Вне церкви нет спасения. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Киприан Карфагенский. Это тот самый север Африки, который дал миру Августина, Тертуллиана и вот Киприана Карфагенского. В общем, он такой, ух! Жесткий такой человек, возвеличивал церковь. Он считал, что если сектант, тогда же его мученичество ничего не стоит. Ну, вот так, резкие высказывания. Но вы знаете, что меня с ним примирило? Его кончина. Ему отрубали голову. Он спокойно взошел на этот помост, выгреб из своих там карманов денежки все, отдал палачу. И сказал что-то такое, дескать, ты не виноват, тебе это велели, на твоей вины в этом нету. И положил сам голову, которую ему отрубили. Эта кончина меня очень растрогала. Этот Киприан. Самые жестокие гонения наступили при последнем, в самом конце. Это был Диоклетиан, это после него будет уже Константин. В 284 году самые жестокие гонения, самые суровые и всеобщие, потому что до этого были так, по местам. Тут гонения, сюда можно бежать. А тут всеобщие. Запрет на все собрания, разрушение не церкви, этих мест, где они собирались, смещение руководителей, заключение в тюрьмы, сожжение писаний, требование соблюдения языческого культа под страхом смерти. В его царствовании тюрьмы были переполнены, там не было места для воров и бандитов. Христиан посылали в угольные шахты работать до смерти. Христианские мученики были не просто мученики, это были свидетели о своей вере, почему стали называться исповедниками. Они претерпевали смерть именно во время исповедания своей веры. В 305 году Диоклетиан отрекся от престола. А в 313-м воцаряется Константин, который издает вердикт о религиозной свободе для христиан. Что такое религиозная свобода? Религиозная свобода – это когда
людям разрешается иметь личные интересы, отдельные от общественных. Почему в тоталитарных государствах не может быть никакой религиозной свободы? Когда людям дозволяется иметь личные интересы отдельно от общественных. Нам это очень тяжко давалось. У нас всегда было, что личные интересы – это как-то что-то позорное. Вот общественные интересы – это да. И религиозная свобода невозможна в таком обществе. Когда, вы знаете, поняли, да? Когда человек разрешается иметь личные интересы, отдельные от общественных, не общественные интересы. Интересы семейные, творческие, хобби какое-то, вот, чем-то заняться. Интересы компании, группы, которой принадлежит. Интересы церкви. Интересы церковной жизни, то есть отдельные от общественных интересов. Но это всегда происходит тогда, когда эта идея общественная падает, умаляется. В момент ее подъема она кажется такой важной, все ей подчинено должно быть. Да. Какие результаты гонений? Мы понимаем, что гонения выявляют героев. Но мы понимаем также, что гонения очень понижают интеллектуальный уровень церкви. Это я вам уже говорила на примере вот нашей церкви. И что до сих пор мы восполняем. И вот вы тут сидите, учитесь, вы восполняете эту всю потерю. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. И возникли проблемы. Возникли проблемы. Значит, первая проблема. А как вообще относиться к такому государству? Противоположно ли христианству государственным интересам, народным интересам? А вы что бы вы сказали? Противоположно ли христианству государственным интересам? Нет. Вот, молодец. Нет. Мы прочитали, благоденствует город, где хорошо праведникам, зависит, да? Зависит от интересов государства. Зависит от интересов. Если государство хочет быть крепким, сильным, нравственным, не пьяным, не воровским, не преступным, ну, это же какие государственные интересы. Поэтому это очень такой близорукий взгляд, что мешает, христиане мешают. И второй вопрос возник. Ой, какой тяжелый вопрос. Когда кончились гонения? А как относиться к тем, кто отрекся от веры? И приходит, приползает с покаянием. Как к ним относиться? Знаете что? А если это был отрекшийся, был руководитель, пресвитер, который кого-то крестил, кого-то рукополагал, а он отрекся. Как правомочны ли его крещения, его рукоположения, если он сам отрекся? На все эти вопросы поставили донатисты. Донат звали руководителя, который говорил, там выбирали пресвитера. И донат сказал, мы не можем его ставить пресвитером. Он был, его рукополагал, нет, или его крестил человек, который отрекся от веры, сертификат получил. Вот. Стал вопрос, ну,
как быть в отношении вот самих покаявшихся. Но церковь принимала их обратно. Принимала после наложения какой-то на них эпитимии, наказания. Ну, кто-то там на коленях стоял сколько-то дней, кто-то там, может, я не знаю, какие были наказания. Понимаете ли? Но принимали, в общем, обратно. Ну, раз покаялся человек. А как относиться к рукоположениям и крещениям, которые совершал недостойный человек? Какой хитрый вопрос. Трудный вопрос. А что бы нам с нами было, если бы мы должны были бы исследовать, а кто меня крестил? И вот мудрый Августин дал ответ на эти вопросы. Он победил в споре с донатистами. Августин утверждал, что и рукоположение, и крещение – это дело Божье. И личность вот крестителя, она не играет роли. И кто-то из отцов церкви даже говорил, в известных случаях это может совершать и мирянин, и даже женщина, если никого больше нету. Потому что отказ крестить человека, уверовавшего, означает отказ в спасении.